34 миллиардов рублей достиг объем инвестиций резидентов и арендаторов индустриального парка «Уфимский». В нем разместились 19 предприятий, и таким образом площадка заполнена уже на 90%. В Башкортостане подвели итоги работы трех индустриальных парков за полгода. В первом полугодии 2021-го привлечены два потенциальных резидента индустриального парка «Благовещенский». Они планируют организацию производства по изготовлению ПВХ и алюминиевых конструкций, а также строительных материалов и мебели из слоисто-бумажных композитных материалов. Также в начале июля инвестиционный проект по созданию индустриального парка «Нефтекамский» признан масштабным. Этот статус позволяет управляющей компании получить земельный участок в аренду без торгов. На данный момент корпорация занимается привлечением потенциальных резидентов. Что касается особой экономической зоны «Алга», за полгода ее резидентами стали три предприятия с общим объемом инвестиций 8,5 миллиардов рублей. Мы постоянно находимся в поиске новых резидентов. Для этого с сотрудниками корпорации проводятся встречи, организуются выезды для ознакомления инвесторов с площадкой особой экономической зоны «Алга». В целом, по состоянию на 1 июля текущего года статус резидента особой экономической зоны «Алга» получили 9 компаний, объем инвестиций которых составит порядка 18 миллиардов рублей. Благодаря их проектам в республике будет создано 1607 новых рабочих мест. В числе потенциальных резидентов 8 компаний. Их перспективный инвестиционный портфель оценивается на 23,5 миллиарда рублей.